Всем привет! В эфире очередной выпуск самой модной и стильной программы Hit TV «Красивая жизнь». Как всегда, говорим о самом актуальном из мира моды, роскоши и красоты. Сегодня в программе дебютная коллекция Кима Джонса для Fendi и магия коллекции высокой моды от Christian Dior. Продолжаем подводить итоги прошедшей недели от кутюр в Париже. Сочетание интеллекта и красоты в новом Jaguar F-Type. Идеи романтичных путешествий и оригинальных подарков на 14 февраля. Мы продолжаем подводить итоги прошедшей недели от кутюр, которая завершилась в Париже. Сегодня мы обсудим таинственную коллекцию от дома Dior, классику Armani и отправимся в путешествие во времени вместе с дебютной коллекцией Кима Джонса для дома Fendi. Путешествие во времени. Именно так можно было охарактеризовать первую кутюрную коллекцию Кима Джонса для бренда Fendi. В качестве моделей на показе кутюрной коллекции Fendi засветились звезды 90-х. Актриса Деми Мур и модели Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Кейт Мосс. Дочка Кейт Лила тоже участвовала в показе. По подиуму прошлись и Кара Делевинь с Беллой Хадид. Куда же без этих красоток? Показ коллекции Fendi от кутюр прошел в прозрачной капсуле. Знаменитые модели оказались отрезаны стеклом от внешнего мира, но не от модных фотографов. Им удалось запечатлеть самый, возможно, громкий показ парижской недели высокой моды. Новый дизайнер бренда приятно удивил публику. Модная общественность боялась, что заменить ушедшего в прошлом году Карла Лагерфельда ему будет сложно. Джонс, креативный директор мужской линии Dior, впервые работает над женской коллекцией. В ней он сделал выбор в пользу классических неспадающих вечерних платьев и клатчи. Эти летящие образы придутся по душе преданным поклонникам марки. Было представлено всего 19 образов. Их демонстрировали в потрясающем стеклянном лабиринте, возведенном в виде знаменитого логотипа Fendi с двойной буквой F под саундтрек Макса Рихтера. Трудно получить полное представление о видении Джонсом женской одежды со столь небольшой коллекции, учитывая тот факт, что дизайнер представил и один мужской образ по эскизам Карла Лагерфельда. Джонс демонстрирует необычный крой и выделяется интенсивным декором, вплоть до вышитых вручную ботинок. Он также не боится обнажать женское тело. Деми Мур открыла шоу в шелковистом черном брючном костюме с глубоким вырезом на плечах. Вскоре последовала Белла Хадид в прозрачном облегающем платье и соответствующей накидке. Все в водянисто-синем цвете. Все платья выполнены в стиле эпохи 16 века с их ампирными линиями талии и длинными шлейфами. Наряды были тонко пропитаны откровенно романтичным флером и изысканностью. Из-за карантина Джорджо Армани провел несколько месяцев вдали от мастерской, в которую вернулся, чтобы придумать новую кутюрную коллекцию. Как и все в мире, Милан сильно изменился. Улицы пустеют из-за отсутствия туристов и машин, а значит и на город, и на его архитектуру можно взглянуть по-новому. По-другому Армани смотрит и на будущее бренда. Конечно, в коллекции не обошлось без вечной классики модного дома. Но привычные и ставшие уже ключевыми образы, вроде идеально скроенных жакетов, строгих брюк и элегантных платьев, сменяются легкими, непринужденными, но все еще харизматичными нарядами. Кутюр считается эталоном модного искусства, которое доступно немногим, но благодаря интернету стать частью мира высокой моды может каждый. Для молодой аудитории Джорджо Армани открывает двери прямо в сердце модного дома, в его ателье в Палаццо Орсини, где придумываются и обретают жизнь самые удивительные творения итальянского дизайнера. В своей новой коллекции Армани в очередной раз подчеркивает то, что дизайн его вещей не имеет времени и срока годности. Далекий от мимолетных трендов, модельер рассказывает богатую историю модного дома, вновь возрождая его знаковые мотивы и черты, которые смешиваются с образами, вдохновленными современным Миланом.
Ведь Армани вот уже более 45 лет остается актуальным и востребованным, а новая коллекция в очередной раз это доказывает. Чувственные и элегантные образы, будь то костюмы из блестящей ткани, бархатные брюки или невесомые полупрозрачные платья с вышивкой и драпировкой. Таинственная магия Dior от кутюр. Мария Грация Кюри, креативный директор женской и кутюрной линии люксового бренда, представила коллекцию высокой моды Christian Dior сезона весна-лето 2021, вдохновленную картами Таро. В результате получилась модернистская вариация на тему средневековой моды, прозвучавшая в аллегорическом фильме «Маттео Гароне». Гароне уже снимал мини-кино для Dior Couture, которое мы смогли оценить летом прошлого года. Легендарный французский дом пустился в новое виртуальное путешествие по воображаемому замку. Никаких рыцарей в сияющих доспехах и прекрасных дам в глубокой печали. Вместо них на экране независимые и романтичные женские существа в поисках своей внутренней идентичности. Открылось 15-минутное видео панорамой загородного замка, достойного «Игры престолов». В мистичном фильме итальянского режиссера под названием «Дом Таро» мы увидели огромный дворец, наполненный героями этих самых карт. Каждое платье в кутюрной коллекции было названо в их честь – «Правосудие», «Луна», «Солнце», «Императрица», «Колесо фортуны». Расшитое цветами бледно-розовое платье, в котором появляется в кадре главная героиня фильма, выполнено в технике 18 века лака повара, что дословно переводится как «лак для бедных». Такую технику использовали при создании мебели, покрывали ее лаком и делали на ней гравюру. Дизайнеры ателье выполнили гравюру на трафаретном станке, перенесли ее на платье и раскрасили вручную. Об этом мастера Dior подробно рассказывают в специально снятом к показу ролике. Еще одна жемчужина коллекции – платье Miss Dior. О нем тоже сняли целое видео, в котором мастера бренда вручную пришивают к юбке золотые жгуты, имитирующие виноградные лозы, завязывают из стесненных полосок ткани банты и паром затемняют их цвет. Он слишком хорош, прекрасен, восхитителен и дерзок. Все эти эпитеты о новом суперкаре Jaguar F-Type 2021. Он стал еще привлекательнее, а его совершенные формы воплощают собой лучшие черты ДНК бренда. Двухместный спорткар предлагает идеальный баланс высочайшего качества, исполнения и удовольствия от управления благодаря еще более атлетичному и решительному дизайну экстерьера, красивым деталям и роскошным материалам отделки салона. Новый Jaguar F-Type – эталон спортивной элегантности, потрясающей динамики, превосходной управляемости и невероятной производительности. Купе и кабриолет F-Type 2021 года подарят вам ни с чем не сравнимые эмоции от вождения и позволят почувствовать себя за рулем настоящего гоночного болида. Дизайн люксового авто идеален с любого ракурса. Каждый имеет свои уникальные черты. Купе известен безупречными формами, а кабриолет – свободой и непринужденностью. F-Type оснащен новыми удлиненными, вытянутыми назад фарами. Они гармонично вписываются в аэродинамичные линии автомобиля. Лампы анимированных указателей поворота последовательно включаются, создавая ощущение движения. Задние светодиодные фонари F-Type огибают колесные арки и подчеркивают атлетичную осанку автомобиля. В салон F-Type хочется возвращаться вновь и вновь. Технологии спорткара отличаются удобством в использовании. Сиденье в автомобиле F-Type регулируется по 12 параметрам, позволяя настроить оптимальное положение. Кроме того, для повышения комфорта можно использовать функции подогрева или охлаждения. Имеются 5 цветов подсветки на выбор для создания подходящей атмосферы. Освещение салона премиум-класса позволяет персонализировать атмосферу в салоне.
Конечно же, не стоит забывать и о мощности, и маневренности первоклассного автомобиля. Линейка мощных эффективных моторов включает 4-, 6- и 8-цилиндровые двигатели, каждый из которых работает в паре с 8-ступенчатой трансмиссией Quick Shift с возможностью ручного управления. Благодаря передовым системам управления вы получите незабываемые впечатления. Автомобили F-Type оснащены самыми мощными бензиновыми двигателями Jaguar, в основе которых лежат инновационные технологии по сокращению расхода топлива и выбросов CO2 без снижения производительности. Все модели оснащаются активной спортивной выхлопной системой. Новый F-Type получил широкий ряд технологий, в частности перенастроенную 12-дюймовую виртуальную приборную панель высокого разрешения, куда можно выводить трехмерную карту и информационную панель с необходимыми водителю данными, указаниями навигационной системы и сведениями о мультимедийном контенте, а также мультимедийную систему Touch Pro, которая не позволит вам потерять связь с внешним миром. Jaguar F-Type – это сочетание динамики, элегантности и впечатляющего дизайна. Далее в программе. Идеи романтичных путешествий и оригинальных подарков на 14 февраля. Самый романтичный праздник в году – это, конечно же, 14 февраля. Необычные валентинки, оригинальные подарки, символические сердца и, конечно же, искренние признания в любви – вот что ждет каждая девушка. Наиболее важным делом накануне праздника является выбор лучшего подарка для возлюбленной. Что подарить девушке, чтобы День всех влюбленных стал для нее радостным и запоминающимся? Сегодня мы подскажем, как признаться в любви с помощью парфюмерной валентинки. Один из самых женственных и очаровательных ароматов, которые мы знаем – парфюмерная вода Irresistible от Givenchy. В ней контрастируют цветочно-фруктовые и древесные ноты. Древесина вирджинского кедра и мускус идеально дополняют эссенцию розы и сладость груши. Неповторимый почерк любимого аромата придется по душе вашей избраннице. У созданного 4 года назад парфюмерного шедевра Изабель Дорнано «Изи» появилась более интенсивная версия «Изи Ланви». Разумеется, главная роль в парфюмерной композиции у розы, любимого цветка Изабель, рожденного в садах фамильного замка Дорнано и цветущего всего один раз в год. Передать всю таинственность и насыщенность этого изящного цветка, которые дополняют бергамот, мандарин, черная смородина, лабданум, пачули, дубовый мох и ваниль, удалось виртуозному парфюмеру Амандин Клерк Мари. Но для такого сокровища нужен достойный сосуд. Над ним трудился скульптор Бронислав Кшиштов, который сделал флакон в виде лепестка розы, покрытый черным лаком и украшенный золотыми вставками. Название аромата написано от руки самой Изабель Дорнано. Очень оригинальный подарок ко дню Святого Валентина. Специально ко Дню всех влюбленных Lancôme выпустил свою классическую парфюмерную воду «Идоль». Внутри ничего не изменилось. Там все так же слышатся ноты нескольких видов роз, смешанные с жасмином, бергамотом, грушей, кедром, мускусом и аккордом чистоты. Но в лимитированном варианте, украшенном надписями, а если быть точнее, то мантрой о любви на флаконе объемом 50 мл. Приобрести парфюм можно будет в онлайн-сторе Lancôme и в знаковых магазинах марки. Еще один любимчик прекрасных дам – цветочно-кофейно-древесный аромат Black Opium переоделся к празднику в свой уникальный коллекционный наряд. Черную глянцевую поверхность флакона украсили серебристые полоски, напоминающие животный принт. Такой пузырек привлекает внимание, а его внутренняя составляющая околдовывает, и вам уже никуда не деться. В ставшей уже культовой коллекции Си от Armani Beauty появился новый герой – парфюмерная вода Си Intense. Это более интенсивная, но в то же время утонченная версия классического аромата, которая по традиции воплощает в себе уверенность, смелость и энергию, присущие каждой женщине. Несмотря на то, что каждый из 5 ароматов коллекции уникален, есть у них и кое-что общее – верхняя нота – нектар черной смородины. Но у новичка ее окружают полынь, розы из эспарты, пачули, смола и мадагаскарская ваниль. Узнаваемая форма флакона не изменилась, но его покрыли специальным лаком, который придал ему пастельный оттенок и матовость.
В легендарной семье Монгерлен тоже пополнение. Пятым ребенком стал Монгерлен Спарклин Букет, который раскрывается коктейлем из груши, лавандового щербета, жасмина самбак, таитянской ванили и сандалового дерева. Аромат окутывает свою обладательницу, создавая вокруг нее невидимую, но такую притягательную ауру. Как вы знаете, у каждого аромата из этой коллекции есть своя отличительная черта. Ободок на горлышке знакового флакона в виде четырехлистника определенного цвета. Монгерлен Sparkling Bucket украшает серебристая лента с миллионами кристаллов. Это очень красиво и, несомненно, понравится вашей второй половинке. День всех влюбленных или День Святого Валентина – праздник, который заряжен магией, волшебной энергетикой и счастьем. Совсем скоро всех нас ждет самый романтический, трогательный и нежный праздник зимы. Однако настроение в этот день вовсе не зимнее, согласитесь. 14 февраля пахнет весной и самыми теплыми и удивительными приключениями, которые все влюбленные жаждут подарить друг другу. Ужин при свечах или путешествие – лучше всего совместить и то, и другое. Тогда День Святого Валентина запомнится надолго, а романтики в отношениях хватит на ближайший год. Мы собрали подборку лучших уголков мира, куда можно отправляться смело, чтобы незабываемо и страстно провести этот чудесный праздник. В День Святого Валентина итальянская Верона, один из самых романтичных городов Северной Италии, где по легенде жили Ромео и Джульетта, преображается. Город целиком посвящен любви. Здесь проходит фестиваль под названием «Верона in Love». Лозунг «Если любите кого-то, привезите его в Верону» говорит сам за себя. С 12 по 16 февраля город будет украшен сердцами и фонариками. В центре площади Пьяцца дей Синьори каждый год местные жители размещают огромное сердце, а вокруг него стенды тоже в форме сердца с тематическими подарками. Организаторы фестиваля обещают, что будет не только красиво, но и вкусно. На площади все желающие смогут попробовать местные продукты и деликатесы. Такой День Святого Валентина вы точно запомните надолго. Где встречать День всех влюбленных, как не в городе любви? Французская столица прекрасна в любое время года. Можно прогуляться в обнимку по улицам Монмартра, сделать селфи на Эйфелевой башне, заглянуть в уютное кафе и побаловать себя французскими десертами. Это ли не идеальный День всех влюбленных? В этом городе есть все, что может пожелать романтик. Потрясающие пейзажи, развлечения на любой вкус, модный шопинг и приключения. Днем – экскурсия в Версале, вечером – романтический круиз по Сене с ужином на кораблике. И, конечно же, выделите один вечер для похода на шоу в Мулен Руж. День Святого Валентина в Дубае обещает быть теплым. Температура будет в районе плюс 20. Изнуряющей жары в феврале здесь нет. И это прекрасно. Можно не прятаться в кондиционированных торговых центрах, а гулять по улицам города или наслаждаться солнцем и пляжем. В День Святого Валентина многие отели предлагают специальные условия для пар. Например, уединенный ужин на пляже с видом на бухту или спа-программу для двоих. Бали часто выбирают влюбленные для проведения свадебного торжества или супруги для повторной церемонии на красивом тропическом острове. Считается, что этот обряд позволяет обновить чувства. Романтический остров в Индийском океане – это отличное место для отдыха, особенно в День Святого Валентина. Поэтому в середине февраля сюда съезжается молодежь со всех уголков мира. Рестораны и отели готовят специальные развлекательные программы, для туристов проводятся экскурсии по живописным местам острова. На Таити посреди Тихого океана лучше забыть о мирских заботах, выключить телефоны, провести тихий и романтичный отпуск. Экзотический остров порадует влюбленных и белоснежными пляжами, и вулканическим песком черного цвета. Подводный мир в лагунах Таити чрезвычайно многообразен, а спокойные волны создают идеальные условия для погружения с маской. Ценители жаркого отдыха и морского релакса будут рады отметить День влюбленных в райском уголке Индии Гоа. В этом популярном курорте в феврале вас ждет приветливое теплое море, лазурные пляжи, путешествия на пиратских яхтах и романтические ужины при свечах. Местные рестораны предложат вам такие морские афродизиаки, как омары, креветки, устрицы, мидии и многое другое.
Прекрасными будут романтические выходные в феврале на острове Капри в Италии. Это живописное место подарит целое море незабываемых и красочных впечатлений. Если у вас стоит вопрос, где отметить День Святого Валентина, чтобы вкусить все прелести роскошного отдыха, вам сюда. Увлекательные морские прогулки, белоснежные яхты, зеленые пейзажи, уютные бухты, великолепная первозданная природа. На острове вы сможете остановиться в шикарном номере с видом на величественный вулкан Везувий. По вечерам любоваться сказочной красотой заката и слушать приятный шепот волн. День Святого Валентина в сказочной Праге. Закажите экскурсию по центру города на ретро-автомобиле или в карете, а особенный ужин можно устроить в одном из ресторанов. В День Святого Валентина многие предлагают специальное меню для влюбленных. Один вечер можно провести в Пражской опере. Город с красивыми домиками, башнями и мостами просто создан для романтических прогулок и совместных селфи. Погуляйте по узким улочкам старого города, посмотрите на волшебные астрономические часы и загляните в сувенирные магазины полюбоваться богемским хрусталем. Осмотреть город можно и с реки. По Волтаве даже зимой курсируют кораблики. Очень романтично. Где отметить День Святого Валентина влюбленным гурманам? Ответ прост. Это потрясающе красивый французский город Бордо. Он расположен на живописных берегах реки Гароны. Волшебным дополнением такого путешествия станет романтический флёр портал Луны, непревзойденная кухня Франции, ароматные вина Бордо и другие восхитительные достопримечательности и изюминки этого по-настоящему романтического уголка планеты. Время нашей программы подошло к концу. Еще больше самых интересных и актуальных событий из мира роскоши, моды и красоты смотрите в следующих выпусках «Красивой жизни».